Доброго времени суток, с вами Hard FM, ой, кто это, и какой-то рандомный чувак, вот, и мы продвигаемся дальше, в лес. Как эта локация называется, кстати? Я забыл просто-напросто. Темнолесье, разрушенная развилка. Ну, допустим, так. Сейчас мы отправляемся дальше наказывать... Ух ты! Я не знаю, куда идти. Это сложный выбор. Там трупы. Мы пойдем... А, нет, стоп. Ну, блин. Не знаю, куда идти, честно. Вижу тебя. Че, думаешь, я слепой? Лучше бы я был слепым. Ей-богу. Но... What you gonna do when they come for you? Да ладно, куда ты отступаешь-то? Иди сюда. Говнё. Стой. Чё-то я прям... огрёб несказанно. Причём от кого? От них. Надо было расстреливать. Я же хочу прям пройти куда-нибудь там, посмотреть, что здесь. Сообщение, давайте прочитаем. Это же правильно, лжец впереди. Где? Так, ты один, да? А, да ты даже еще и не очень, короче. Давайте, Эстуса. Самоцветы пока тратить не будем. Они нам пригодятся еще. Труп свой положи и сам трупом стань. Большая душа гордого рыцаря. Кстати, кольцо защиты жизни, оно же, типа, предотвращает смерть, но при этом уничтожается, да. Это с какими-нибудь боссами там надо, прям, чтоб... С каким-то Фендриком или еще чем-нибудь. Вот туда, короче говоря. Но это далеко. Уязвимость, движение по кругу, и тогда восславь солнце. Сейчас мы им так солнце восславим. Ой, так мало, и ты стоишь на месте. Ой, вернее, так много, и ты стоишь на месте. Пардон, реально же много. Ты не гибкий ли ты часовой часом, а? Похож, кстати. У меня там руки вторые есть. Да, это гибкий часовой, ребята. Это типа был босс когда-то. Или это миниатюрная его копия. Ага. Да, миниатюрная копия гибкого часового. 3000. А, так тут типа эти друзья еще были у него. Хорошо, что я не пошел. А, стоп. А вдруг я умру? Мерцающий титанит. Полукруглый щит драконоборца. А, топор. Из-за... Ну-ка. У меня же сейчас много силы. Медленно. У меня больше мечей по душе. Я не нордического типа. Большой щит с глаза. Ха, он меньше, он хуже. Тут 30 сил нужно, чтобы щит носить, ага. А здесь-то, блин, он хуже. Он, конечно, там от огня неплохо защищает. Ладно, потом. Встречу кого-нибудь с огнем, обязательно поздороваюсь. Так. Вот ты. И вот ты. Храм зимы. Ну, хорошо, что не Зины, кстати. Ищи сильнейшие души. Гиганта, что ли? Ладно, зима. Я сюда еще вернусь. А как ты туда попал? Ничтожество. Как ты туда попал? Слышь? Темный лес. Блин, вот туда реально как-то можно попасть, похоже.
Или это какой-то баг. Вперед. Так, давайте знаете, как сделаем. Восстановим фляги Сестусом прочность меча, потому что у него уже там что-то около... Трех... Нет. Скажем так, 3/7 потеряно. Почти половина. То есть меньше половины, но не больше половины. Так. Думаем. Наше дело правое, поэтому мы слева направо. Предмет впереди. Главное, чтобы мобов сзади не было. Это основная задача. Кольцо требуется впереди. Небось, опять кольцо яда, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там наверху никого? Никого. Это яд. Слава, лес. Мне стрёмно ходить по этому месту. Кольцо с красным... Чего? Кольцо с чем? Кольцо с красным слезным камнем. Повышает физическую атаку при низком уровне здоровья. Ну, я подумаю. Может помочь безопасная зона. Возможно, могла бы и помочь, если бы это был яд. Может помочь язык, но дыра. Что? Не понимаю смысла слов. Ищи большие души, да? Предъявите символ короля. Нужно кольцо короля. I'll be back. Не могу сказать, что скоро, но... I'll be back. Пока что тогда в другую сторону. Фу, что-то меня это движение по траве так пугает. Малость. Сегодня, кстати, 29 число. Сегодня должно выйти этот Daylight. Крепота. Я думаю, я запишу одну серию. Но Dark Souls выйдет позже. Соответственно. Может помочь слева. Призрак впереди. А здесь не нужен был этот. Давайте сбегаем за факелом. Что-то у меня какие-то смутные сомнения по поводу факела. Вот так вот. Вот так лучше. Вот так мне больше нравится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. То нифига себе, все равно так плотно. Что ты такое? Где ты? Давайте как в подземелье... Ой, в лабиринтах. Всегда налево. Смирение впереди, так что удобство. Leave me be. Оставь меня. I like it quiet. Я предпочитаю тишину. Оставь меня. Зачем ты здесь, странник? Можешь звать меня Венгар, или я вообще, если я вообще заслуживаю имя. Мне редко удается поговорить, это довольно приятно. Давным-давно я защищал королевство. Помню долгий кровавый бой, а потом кто-то убил меня, или так мне казалось. Очнувшись, я был уже таким. Не знаю, как все это получилось, но все не так плохо. И вот теперь, вдали от волны, я думаю о прекрасном. Смотрю на вечное небо и слежу за полем времени. Я устал от сражений, но не понимал этого до недавних пор. Мне неведомо, что привело тебя сюда. Ты не услышишь от меня этого вопроса. Возможно, ты несешь тяжкое время, но разве не такая судьба уготована каждому из нас? Я предпочту не вмешиваться. Однако, я должен предупредить тебя кое о чем. О моем теле. Передо мной предстоит видение. Мое безголовое тело, где-то безумствует без меня. Вооруженное моим мечом, мечом создан сидит с целью убивать. Мое тело не знает жалости. Если увидишь его, держись от этого кошмара подальше. Каждый день я узнаю что-то новое, что-то, что нельзя было узнать в бою. И благодаря тебе я вспомнил о ранних общениях. Если могу помочь, если тебе что-то понадобится, говори. Выучить жест.
Жест обезглавливания. Поговори. Не буду лгать. Sometimes иногда я думаю о том, что стало с королевством. Я был наемником, yes. Да, но мы солдаты. Всегда смотрели в глаза смерти вместе. И для его величества, я боюсь. Но, пожалуй, это и к лучшему. Мы не знали, за что сражались. Я родом из Фороса, далекой восточной страны. Родился тяжелое время, мой народ уже долгие годы вел войну с соседями. В результате наша королевство пало, а мой народ разбросало по всему миру. С тех пор я и продаю свое умение убивать. И все, что я видел, это война. Каким же глупцом я был. Я благодарен за эти мирные дни, за этот покой. Но эта радость только здесь и сейчас. Почему жизнь так жестока? Благодарю тебя. Приятно, когда кто-то готов слушать мою болтовню. Вот, возьми. Это больше ни к чему. Шлем Венгарла. Go along. Resume your journey. Disembodiment. Отражение на обезглавленном. Увы, у тебя двуручники, а я к двуручникам плохо отношусь. Куплю как-нибудь это попозже. Прощай, я возвращаюсь в молчаливую созерцание. Огненное семя. Однако да. Однако такое у него местечко. Душа гордого рыцаря, человеческая фигурка. Дыра. Что-то я не вижу никаких дыр. Ну ладно, допустим, там что-то и было. Слева. Ну, допустим. Что? Лжец. Воу-воу-воу. Звуки. Так, куда я прихожу? Ступеньки, свет, вода. Слышу, водопад. Я куда-то вышел. Костер впереди. Кстати, если костер, то это очень мило. Оу, это то место. Костерчик. Давайте-ка вернемся назад, поблуждаем еще по тому месту, коль скоро мы костер отрыли. То почему бы и нет. Правда, там все туманно так. Там ни буя не видно. Что ты такое, мать твою? Боже мой. Что ты? Прочитать сообщение. Атака? А ну-ка, а если колечко... Вот это. Ну ладно. Колечко не помогло. О. А может... Кто это был? Что это было? А может их все надо ударить, чтобы что-то открылось? Ну, это я так. Предполагаю. Слушайте, а факел мне вообще здесь помогает? Осторожно, засада. Видимо, этот, арбалет. А, фантом! Призрак! Фига! Еще арбалет здесь, да? Не, смотри-ка. Кольцо Кларантия. Что дает? Так. А где кольцо Кларантия? What? What? What is this?
А разница, надо будет потом почитать про них. Я немножко разницу не пойму. О, так это вниз, это явно вниз. А вниз нам явно не надо. Так. Тут никаких засад. Вот, вот, вижу тебя. Я тебя наконец-таки увидел. С вас даже душ не падает. Печаль. Хотя вы сами, наверное, душа одна большая. Древнее кольцо солнца. Вот ты, да? Взрывается, достигнув предельных повреждений. Что? Какой смысл в этом кольце тогда? Куда? Куда идти? Куда? Так. А, стоп, я, кажется, видел одного фантома здесь, которого можно и нужно убить. А, бежим, 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 бежим. А! Фига. Где ты? Вижу тебя. Не надо, не надо, дерево, не мешай мне, дерево. Фу, блин. Давайте еще одну утопим. Просто ради общего блага. Талисман Ллойда. Я, кстати, не помню, что они дают. Талисман Ллойда. А, блокирует Эстус. Ок. У вас еще и двое? Все. Все, понял. Даже может быть трое. Бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Хилиться срочно. Если бы мне это еще спасло бы. Фу. Какие вы злые, пипец. Ух ты, вас видно. Да что с тобой? Не... Так. Ладно. Какие-то вы злые, пипец. Я бы сказал. Так. Так, 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 так. Уходи, уходи. Нормально, пока. Пока что нормально. Я где-то потерял ништяк один, я помню. Какая же ты злая хрень. А, где же этот ништяк я потерял? Он где-то не так далеко, я помню. Плз. Вон не плз. Да хватит меня бить. Гангбангеры, блин. Так, вперед, вперед, вперед. А вот и ништяк. Но я сейчас тормозить тут не буду, ладно? Потому что у меня другие дела. Вернее, у них дела со мной. У этих других. Да хотя бы одного вот этого добить бы, блин. Так, с одни... Одна... Минус один. Ты преследуешь?
Да, вижу тебя. Дерево! Дерево, ты меня подставляешь! Ты где? Фу. Ушел. Фу, такие вы жесткие. Ой, не то колечко. Я пока души фармлю. Так, трупик, 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 вот ты где. Ништяк. Душа безмена душа безменного солдата и лучился самоцвет жизни. Ну нормально. Так, тебя я бил? Может быть. А разницы никакой, что с факелом, что без. Что-то я 10 минут факела просрал. Только для того, чтобы это понять. Так, куда я бегу? Ага, это подъем. Где ты? Я тебя вижу. Неприятные противники, потому что их ни хрена не заметишь сходу. А, где, где? Понял. Понял, вижу. Нибуя себе. Он мне прописал обраточку. Фига. Ну, я хочу вот этот сундук открыть, и все. Проще будет из второго бонфайра прибежать, похоже. Отсюда, да. Так, да. Вот сюда. И вниз. Ой, ну блин, они такие жесткие. Тут еще один ништяк. Я вижу, вижу тебя. Да, я вижу тебя. Готов. Вижу тебя. Поздно вижу, но вижу. Бульк? Там еще кто-то. Фига тут, конечно. Янтарная трава. А, не в ту сторону. Надеюсь, тебе хватит вот еще одной. Отлично. Так, мне тут свой труп надо найти. Я помню, мне куда-то сюда. Так, тебя я лутал. Так, значит, сюда куда-то. Где-то недалече, ага, вижу. Оп, все. Серия прошла удачно. А может быть и не с этой стороны. Но мне, в общем, нужно обойти по периметру весь лес. И я найду свой труп точно. Это выход? Да, это выход. От выхода прямо и справа я искал себя. Вижу там еще одного душмана. О, нормально. А, все, ушел. Я думал, ты не ушел. Эстуса. Потому что как там? Пусто место свят... Не, свято место пусто не бывает, вот. Так. Вижу тебя. Отлично. Я хочу найти мои души. Где они? Ты разговариваешь тоже. Блин, вот. Сначала с этим молодым человеком разберусь, правда? А, там еще один! Еще и бэкстабом? Фига. Ну.
Я вижу тебя. Ты не уйдешь от меня. Эй, подруга, смотри на меня. Делай, как я. Не надо делать, как я. Два эстуса последних. И все. Напился. Накушался, солдатик. Теперь можно идти убивать. Я помню, там надо далеко-далеко-далеко вперед и смотреть чуть левее. Ага. Там еще один. Фу. Эй, подруга, смотри на меня. Делай, как я. Кольцо чистой лазури. Видимо, очень чистая глазурь. Лазурь, глазурь. Так. Ну, вроде бы как. Здесь больше делать нечего. Поэтому надо валить. Единственное только, в какую сторону, я уже забыл. Можно вообще сделать проще немного. Воу, вас больше. Нет, нет. Нет. 12 тысяч душ, это нужно забрать, нужно забрать. Мать вашу. Как мне сюда попасть? Так, я бежал там. Значит, мне нужно от этого костра по левой стороне бежать. По идее. По идее. Это, конечно, все прекрасно, но... Но только на этом. На бумаге план. А, нет, все идеально. Валим. Валим, 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 валим. Сюда-сюда, сюда-сюда. Все, отлично. Я избежал кары. Небесный какой-либо вообще. Фу. Так я не потный. Тебе, конечно, проблематично с ними. Их не видно. Они злые. До жопы. Плюс они еще там отпрыгивают, бьют. Арбалеты. Ну, короче, солдаты такие. Только умершие лет 20 назад. А тогда солдаты. Учиться смотреть жизни. Жизнь. Кого я вижу? Кто-то окаменевший. Ну и звуки. Такие бум-бум. Кто это там? Интересно. Магический болт. Хм. Hate magic. All magic shall be dashed. Так, а что у нас тут? Ага, ничего. Какой-то там смех жесткий. Опа. Молодой человек, а что это вы там пригорюнились? А что это вы тут пригорюнились-то? Воу, не кисло. Половина хп за один удар. С другой стороны, у меня не то чтобы сильно много хп. Но в любом случае. Воу-воу. Я не заказывал балет. Сукан. Ах ты, сукан. А че это я тебя решил атаковать? Ух ты. Ну, знаете, вышло лучше, чем я планировал. Они не очень, не тяжелые. Просто нужно вовремя отпрыгивать и давать одну тычку. Максимум. Ну, одну там, может быть, две. Фу. А. Почему? Что это проклятие? Нет, что понятно, понятно, оно проклинает, но как это влияет на статистику вообще в целом, на статы. Так, ты. Я знаю, в этой игре есть мимики, но, видимо, пока еще я до них не дошел. Хотя, говорят, в Dark Souls и первом мимиков было там чуть ли не каждый третий сундук. Так,
Место стрелка. Ну, конечно, стрелка, ну ладно. Так, а давайте-ка сюда. Понятно. Воу. Воу, а ты что такое? What are you? What are you? Эй, бро. Что ты, кто ты? Давайте не будем рисковать, просто добьем его так. Вот. Вообще, монстрики здесь не сильно сложные. Ну, так, судя по тому, что они мне, правда, сносят по пол хп. Если я не буду сильно ошибаться и не буду там влезать на троих сходу, то в чем проблема? Сейчас основная задача — это набить еще душ гигантов, и я даже не знаю, где, кстати, еще взять. Я случайно нашел только одну на шару. Абсолютно. Вообще, я хочу себе новый меч, помощнее какой-нибудь, покрасивее, и броньку. Но пока что я не знаю, где взять что-то получше. Ну, довольствуемся тем, что есть. Между прочим, это достаточно много. Тем временем, маленькая лягушка почти упала. О, все. Сколько? 3300. Ну так, 3, ладно. Хоп. Там еще, видимо, парочка. Каменевшая кость дракона. Эй, подруга, смотри на меня. Делай как я, делай как я. Воу, 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 воу. Ха-ха-ха. Такие вы не очень. Самоцвет жизни. Я туда пока не сильно хочу. Я тут поразвлекаюсь. А, ты меня уже видишь? Окей. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Дефать нету смысла. Казнил просто. Изи же. Вообще. Штаны львиного легиона. Львиный легион? Это типа солдаты такие? Фига. Статуя преграждает вам путь. Видимо, его нужно unpetrify сделать. Слышь, бочка. А, это не бочка. О, опять проклятие. Что проклятие дает? Надо будет посмотреть на Dark Souls Wiki, потому что... Еще одна? А то я, честно говоря, не знаю, что делает проклятие. Видимо, как-то влияет на какие-то общие характеристики, типа там... Урон, защита, стамина, там, всякая такая фигня. Воу, 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 easy there, easy. Тебя нокдаун нельзя сделать, жаль. Это что такое было только что? А куда эта ловушка вела? Бы. Ну, я как-нибудь обязательно ее проверю, но попозже. Я тут просто хожу бесцельно, непонятно куда я хожу, непонятно зачем. Слава, бесцельность. Фимиам скептика, душа отважного воина. Ага. Шо у нас тут? Ничего. Печаль. Так, а тут у нас что? Руины, одни руины везде. Воу, не ожидал. Get over here and fight me like a man you are. Это вот по-любому солдат, только закос под римский легион, на самом деле, судя по поножам. Какие-нибудь там римские, как их называли-то? Личная гвардия Цезаря, забыл, как их звали. Вот черт. Как? Претарианцы, вот. Или претариане. В принципе, разница не сильно большая. Все равно не то не сильно верно. Преториан. Ну, может быть, претариане. Кстати, тем временем...
Эта локация уже изведана почти полностью, по крайней мере, верхняя ее часть. А, вот где я не был, точно. Факел, огненная бабочка. Может пригодиться. Не спорю. Тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да где ты? Снизу, что ли? Ага. Нашел тебя. Подлая тварь. Сколько у вас тут ключей камней-то? Хм. Неплохо. Что здесь? Ловкач впереди. Ага, меч не ломайся. А осколок титанита, обломок титанита, камень разрядов. Вот значит, кто такие ловкачи. Вот что они дропают. А я-то думал. Я думал, с них шмотки будут падать. Просто в какой-то игре, помнится, можно было убить вот какого-то такого маленького моба и получить шмоточку с него хорошую. Бердыш. Бердыш на вооружении Московской гвардии стоял. Помнится, у стрельцов были бердыши. Что-то типа такого. Вот, да, бердыш. Хм. Ну, мы знаем, что надо делать с этим. Ох. Это надолго. Подожди, только не надо сказать, что ты можешь прыгнуть. Пожалуйста, не надо. Ладно, давайте я просто ускорю потом это все. Фу, какой он потный, блин. Ну, в смысле, то есть столько хп, так долго умирать. Ну, нафиг таких монстров. Если бы я полез в драку, я, наверное, бы еще и огреб при этом. Было бы очень грустно. Друг впереди. Это был друг? Не шути, ладно? Я не верю в это. Друг впереди. Кольцо тишина. О, может быть, это и был друг. Но уже поздно. Второе кольцо дракона. Где оно? Вот это. Увеличивает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку. Вы знаете, аж прям... Ну, может быть, я что-то не так сделал, но уже поздно. Что-либо менять. Кольцо ослепления. Что дает? Пока могу без этого побегать. Сколько у меня сейчас хп? Угу. О,
Не, нафиг. Пожалуйста, кольцо слепления на место. Что-то я поторопился явно. Святой впереди. Кстати, где мой меч? Ух, опять ты. You again. Блин, вот фантом меня испугал, я думал, там еще один. Ага. А! Ну, щиточек блокает, оказывается, все-таки. А он не просто так у мобов. Ах, иллюзия впереди. Какие же вы врунишки. Факел. Лжец впереди. Лжец. Ну, мы там уже были. Ага, и каменная статуя преграждает мне путь, да? Великолепно. Просто великолепно. Супер. Я знаю, куда идти тогда. Правда, сначала, наверное, слетаю в Маджулу левелапнусь, потому что что-то 19 тысяч душ. Я могу купить себе целый левелап. И стрел. Штук 700. Ну ладно, 600. Но все равно неплохо, на мой взгляд. Кейкс, Маджула! Я иду. Заодно. Похилимся. Восстановим эстусы. А, ты еще и сверху, небось, да? Да по-любому сверху. Ой, знаешь что, иди нафиг. Я знаю, что я хочу и чего я не хочу. Опа. Здесь можно поверху пройти, оказывается. Глупое создание. Что здесь? Обломок титанита, каменный шейку из дракона. Нифига себе. А, стоп. Тут и вниз можно спуститься. А, нет, я тут был. А тут я был? А сюда нельзя. Понял. Так. Ну-ка, ну-ка. Бонфраер. Мистер Бонфраер. Сюда нельзя, понятное дело. Хотя я бы, конечно, туда мог бы попрыгнуть, запрыгнуть, перепрыгнуть. Не знаю. Почему этот герой Dark Souls такой непрыгучий? Что село? Давай говорить. Давай наливай, поговорим. Ну, потянулась за фляжкой. Сила 20. Ух ты. Ух ты. Молодой человек, вы похожи на мага. Можно я проконсультируюсь? У меня проблемы с магами. Я их ненавижу как-нибудь. Так. Давайте ремонтную купим. И на все стрел. Все, теперь мне я ни о чем не жалею. У меня там 500 стрел, наверное. Да, 502 целых. 502. Голенький. Осторожно, женщина. Мы знаем, мы знаем. Только не пали контору. Один. Одна душа. Видимо, моя. Отправиться. Темные руины. Dark ruins. Деревянный болт. Недорогие деревянные болты. Не очень мощные. Так, куда нам идти? Куда? Куда, куда? Правильно, вперед. Сразу две руки. Хм. Потом. Душа отважного воина. Огненная бомба. Па-бам. Можно вопрос, а что вы там надыбали? Вернее, для чего вы сюда шли? Видимо, просто так. Бывает. Shit happens, bro. Опять каменная статуя. Статуя преграждает вам путь. Прости, а куда путь? Иллюзорная стена, что ли, там? Ух ты, как красиво. Так, тем временем мы опять у Бонфраера.
И вперед. Нам нужно вперед и вниз, а там. Ведь это наши подземелья. Они помогут нам. Они помогут нам. Что-то вас много сходу. Ага. Только не вниз. Поспешишь, людей насмешишь. Надо было стрелять. Втроем слишком много. Не. Бывает в жизни огорчение. 502 стрелы. Надо же их реализовывать. Надо. Ну вот поэтому мы сейчас их и реализуем, ваши глазные яблоки. Я же меткий, малый и большой. Норм тебе, я смотрю. Давай, спускайся. Огребушка. Теперь ты. Понятно. Не ты. Окей. Ладно. Бывает. Хм. Казнил. А, он щит выбросил. Куда ты его выбросил-то? Капец. А он же дорогой, наверное. Как ты так со своими вещами можешь? Я вон даже мобов спавню, чтобы можно было заново там меч починить. А ты вот так к своим вещам. Плохой ты, наверное, воин был. Когда-то. А сейчас ты просто своя бывшая оболочка. Вставай. And fight like a man. Тут везде эти банки, блин. Приближаться нельзя никуда. Спокойно, просто. Изи-пизи. Готов. Хоп. Единственное, наверное, давайте... Вот здесь, помнится, была фигнюшечка. Кто-то там топает, но это меня не волнует, потому что у меня есть кольцо кошки. Вниз. Где я? Where am I? Открыть. Киса. Кольцо кисы. Наводящийся сгусток души. Эу. Старец. А, как же далеко стало собираться нежить. Забираться. Какая милая нежить. Слишком живой, но тень нависает над тобой. Еще не готов к глубинам тьмы. Как и у любой нежити, будущего у тебя нет. Ох, не обращай внимания, я сам с собой разговариваю. Но если ты поймешь, что ищешь истину тьму, мы еще обязательно встретимся. Тьма лишь зарождается в тебе. Да, светит тьма твой путь. Понятно. Ледарк. Так, уважаемые. Назад кольцо для фарма. Эти вон солнце восславляли, я смотрю. Так, мы знаем, куда это ведет. Понял. Не знал, но понял. Слышь? Для таких, как ты, мы придумали жвачки. Ядовитое дыхание. Мистер Никчемные глаза.
Там кто-то стонет за дверью. Бульк? Он реально стонет там. Мерцающий титанит. Много вещей, чтобы апнуть. Блин. Открыть. Заперто. Ладно. Я понял. Назад Маджулу. Back to Majula. Славно, что у меня есть хоть что-то, что, чем можно... Ну, вернее, души, чтобы можно было проремонтироваться. Маджула, жди меня, и я вернусь. Бульк. Тяжелый болт. Обычные железные арбалетные болты эффективно пробивают броню врагов. Зато мне голову не сломали. Починить. I'll be around, if you Если ты вернешься, я буду поблизости. Естественно, ты никуда не уйдешь. Отправиться туда же. Спокойно. Вообще все спокойно. Монстры не очень. Хотя, конечно, я там пролевелапился до жути. Я сейчас, наверное, уровень 100 там. 95. Еще 5 левелапов и 100 буду. Я думаю, ХП у меня хватит. А вот силушку, допустим, и выносливость покачать, это святое дело. А ты уверен, что дойдешь? Ладно. Видимо, ты что-то знал. Но это знание тебе не помогло. Ок. Бывает. А если так? Нет. Нет, ты не сможешь меня убить. Я сильнее. И у меня есть Эстус. Великолепный, бессмертный, все хилящий Эстус. Хоп. Хоп. Не ушел. Надо по одной атаке давать им. Нормально. Всего лишь там парочка. Текс. Оп. Что-то я... А, это туда же опять? Серьезно? Так. Заперто. И... Окей. Окей. То есть, здесь, в этой локации, мне пока... О, блин, опять! Маджула, Маджула, я иду! Понял, в этой локации мне пока делать нечего. Или, может быть, я что-то не так делаю, но ладно. У нас там еще одна была. Сначала Маджулу починимся. И в новую отправимся. Собственно, неплохая мысль-то. Ведь. Так, Маджула. Привет. Починить, давай-ка. Да, да и да. I'll be around if you make it back. Мне нравится этот сет брони, вернее, не сет, это даже не сет, так просто. Куча. По-другому не скажешь. Что я открыл нового? Вот, дальний огонь, пристанище нежити. Мне сюда. Пока что. Пока что сюда, там посмотрим. Роща охотника, нам наверх. Спина.
А, ты? Понял. Ага, 20 раз. Осторожно, сверху, и тогда яд. Яд впереди. Что ты, блядь, такое, мотылёк? Иди нафиг отсюда. О, с него там ништяк упал. Прям туда. Тут, по идее, можно и попрыгать потом. Но это потом. Будто бы я не заметил бы, да? Я наблюдательный. Малый. О-о-о, что за звуки? Осторожно, двери, тогда стрелок впереди. Воу-воу-воу. Что за наезды? Разбойник. Ну ладно. Молодой человек. Куда это вы направились? Дверка. Дверка открывается? О! Хорошо открылась. О! Милота какая. Вам, небось, еще в глаза светят, да? Готов. Вообще изи какой-то. Изи гейм, изи лайф. Вон там еще один молодой человек, вижу. Все. Теперь ты превратился в ежика, потому что я тебя нашпиговал вкусными стрелами деревянными. Так, тут говорят, можно... А можно и не можно. Ага, видимо, можно, но не то. Чуть не упал. Фига тут ништяков везде валяется. Блин, круто-то какое. Так, я вот даже не знаю, куда идти. Я пока вниз не хочу, но я обязательно туда схожу. Я хочу внутри побегать. Решетка заперта? Ладно. А если вниз? А, нормально. Нож бандиты. Ух ты, ух ты, ух ты. Как прикольно. Душа безымянного солдата, самоцвет жизни. А можно туда кинуть факел? А я бы посмотрел бы. А типа зажечь можно? Похоже на стену, но... Но, видимо, нет. А, вот. Я малость расслабился. Это было заметно. Ладно. Я заметил, что я погиб. Спасибо, Dark Souls. Ты так... Ты так добросовный. Ладно, это была какая-то фигня. Ну, теперь мы знаем, что двери открываются. Почему открываются они так врывно? Молодой человек. Ух ты. Наведренная повязка заключена. Я сказал наведренная, да? No. I'm gonna fucking get you, like a cornish gamer. Готов. И с него ништяк падает. Вот в который раз? Слушайте, я вернусь ведь сюда за этими вещами. Обязательно. Но попозже. Пока что у меня в планах другие вещи в голове. Да блин, не понял? Что это было? Ага. Бугага. То, что ты на ногу присел стрелять, меня немножко удивило.
Ага. Ага. Неприятно, согласен. Ну и еще раз. А там нету больше никого, да есть же. Нормально. Двери. Ха-ха-ха. Не удивил ты меня в этот раз. Никчемный бездарный солдат. Небось иллюзорная стена впереди. Да. А можно ритовать минус, пожалуйста? Молодой человек вижу. Иди сюда. Я быстрее. Правда, второй удар почему-то не нужен был, оказывается. Ну ладно. Какие-то вы не очень. Или просто у меня уже шмотки выше, чем ваши уровни. Так, здесь ничего? Никаких ништяков? Ага. Я вижу. Готов. И небось сзади кто-нибудь спрыгнет, да? А, лучше, лучше, даже лучше. А он просто подтянулся. Ух ты. А если я спрыгну, то вниз, да? Давид и мох, самоцвет жизни. Ну да, только вниз. Давайте-ка колечко кисы. О, 0 хп. Ништяк. И колечко на фарм. Душ нужно много. Повелителю душ. Души Dark Souls'у. Души Dark Souls'у второму. Больше душ. Мне сейчас бы босса какого-нибудь приговорить бы тысяч так на 90. Чтобы можно было левелапнуться раз 9 хотя бы. И то мне нужно будет юзать еще дополнительные души, потому что... То есть все? Здесь больше ничего нету? Понял. Киса. А вот эта кривая дорожка куда ведет? А, это обратно. Так вот, нам не обратно, нам наверх и налево. Погдоньте, погни. Так, колечко фарма. 10% целых. Ну, вроде немного, но тем не менее я доволен. Бубага. Ха-ха. Неудачник. Плохой с тебя бандит. Даже я лучше. Я намного лучше, чем ты. Бездарный лоу-левел крип. Так. Так. И... Сбить. Давайте костерчик разожжем здесь. Я заметил один. А, пардоньте, можно вопросик? А что за знак призыва такой был вот здесь? Красный такой. Костер впереди. Здесь. Ну ладно, здесь так здесь. А может за ништяками сбегать, пока я не забыл. Хотя, в принципе. Я от тебя слышал. Бездарное тут создание. Ладно, как его не попал? Сильный враг впереди. Может быть, это не о нем речь шла. Че там? Предмет впереди, но осторожно, засада. Вот это? Засада? Увидел мотылька? Но прежде мотылька я увидел вот этого молодого человека. Спокойно вообще, разбираю. Бульк, может помочь пиромантия? Против кого? Тебя? Ой, да... Давай, разбег. А если так? Пуджик что-то не очень. Местные пуджи
Яд. Ненавижу мотыльков. Бульк. И скушал. Скушал мою вкусную стрелу. Заперто, да? Непробиваемо, заперто. В общем, без разницы, одно и то же. Ядовитый мох. О, вижу тебя, пуджик. Давай. Хук. 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 Я здесь. Мя. О, ты меня увидел? Все. Отправляйся туда, откуда ты пришел. В глубины ада. Что здесь? Роскошный вид. Ну, кстати, кстати... О! Надо будет запомнить. Можно спрыгнуть с мостика и добыть ништяк. Тик, давай. Ух ты, ты даже не обращаешь на меня внимания? Может быть, и обращаешь. А, ты все равно не очень. Наверное, ты был палачом. Ароматная мазь. М-м-м. Иллюзия впереди. Булыжник. Че, правда? Ну, булыжник и, так сказать, а что? Что за дела? Dark Souls, как мне туда попасть? Dark Souls, плз! А, окей. Костер или не останавливайся? Окей. А, кстати, а может быть и тут тоже можно как-то обойти вокруг и подобрать что-нибудь? Или все-таки нужно зайти оттуда? Ну, да, оттуда, ок, наверх. Up and away, так сказать. Осторожно, засада. Ты-то? И другу передай. Бесплатно не подвожу. Боже, бандиты, вы такие никчемные. Даже сразу Эстуса выпью. Утопил. О, я тебя вижу. Парень. Что-то вот это сейчас было, правда, не очень. Скиметар ломается потихоньку. Не знаю, не знаю. Какие-то вы слабенькие стали. Или я просто перекачался слишком сильно. Опа. 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 Неожиданно. Ауч. Потянуть. Я сейчас такой... Все опускаются, да? Решетки. Нет? А, мостик. А что там было до этого? А там было ничего. Хо-хо-хо-хо. Там сейчас появляется враг, и мне дают люлей. Какой-нибудь гибкий часовой. Нет. Нет. Странно. Очень странно. Так. Открыть. Заперто, а там костер. Плохо. Поджечь факел можно? Нельзя. А если сюда? Кстати, говорят... Не повезет, если черный крот дорогу перейдет. А пока одному везет лишь черному коту. Я? Что? Кто? Я не заказывал пиццу на дом, хотя я бы с удовольствием бы покушал пиццу бы. Ага. Вот теперь в ножны их положи и больше не вытаскивай. Неудачник. Тик. Аккуратно. Справа. Ключ. Ключ впереди, так что может помочь костер. Давайте сначала наверх.
Ну-ну. Он еще и прыгнул. А, теперь вот, теперь может быть неприятно. А ты вниз не хочешь? А, серьезно? Жесть! Как так-то? Ладно, нормально, в принципе. Еще душонок подформлю. Слабые вкусные души. Блин, вот это, конечно, подстава подстав. С парнем-то как не получилось-то. Я что-то думал, что под конец у нас... Фил, призвать темного духа? Нет, конечно. Нахрена там не сдался? Тем более ты голый в маске. Знаешь, иди в другие игры там. Говорят, такие нужны в этом. Как его называют? Да, забыл. Самая упоротая игра 2014. Saints Row. Вот. Такие нужны в Saints Row. Угу. Так, я помню, здесь была парочка индивидов особо умных. Ох ты. А ты не так прост. Ты какие-то там вертушки крутит. Вообще парень красава. Умеет, могёт. Четко. Ну и куда ты? Я думал, мы с тобой друзья. Видимо, мы не очень друзья. А, в дерево? И опять в дерево. Ну, естественно. А вот так? Уже не в дерево. Все спокойно. Спокойно. Да ты успокойся. Все мы там будем. Ядовитый мох. Камера. Сфокусироваться не нужно, да? Так, давайте сначала вот этого борзого убьем. Вдвоем такие типа: эй, мы тебя одолеем. Не сложилось, не сработались. Гусь свинье не товарищ. В вашем случае палач мертвому не друг. Ну, этого даже лучше получилось, чем у предыдущих двоих. Так, наверх. Я помню. Только не за ништяк надо собрать. Ядовитый мох какой-нибудь, да? Поможет же в любом случае. Лучше, чем ничего. Ну да, да, ядовитый мох. Ну они теперь у меня хотя бы есть. Я могу не умирать от... от яда. Молодой человек! Это была плохая идея меня бить. А еще один? Ты же уже был мертв к тому моменту, как ты отправил стрелу. Че, еще один? Знаете, вообще без разницы. Плевать. У меня души там стынут. Что еще? Пофигу, я же сказал. Куда атаковал? Кого атаковал? Капюшон плута. Хм. Ну, для разбойников, да? Почти. Почти смог. Ау, какого черта? Что за... Эстус. Накатим. Накатили. И вперед. Мы не боимся ничего, страха нет. Темные фантомы, боссы. Все это всего лишь иллюзия. Блять, в дерево. Ты еще походи у меня тут, ага. А так? Понравилось, видимо.
Отравленный метательный нож, оживление. Отравленная стрела. Кстати, спасибо, мне пригодится потом. Ну. Допустим. Допустим, но я не доп... Ага, эти NPC-шные фантомы. Ну, придется с тобой драться. Не знаю. Оп. Только с молодыми, наверное, разберусь. Ключ, отлично. Вот здесь мы с тобой поговорим. Нормально. А еще? Это все? Что ты хочешь от меня? Со своими стрелами. Парень, я ж тебя сейчас сам застрелю. А-а-а. Какой ты конченый. А-а-а. Нет, я сюда пока еще не хочу, ладно? Я хочу открыть ключиком темничку. Темничку. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, позязя. Дядь, а, дядь, можно? Можно, сынку. Можно. Если осторожно. Как там, девку в попу можно, если осторожно? Так, стоп. Не сюда. Раньше. Бульк. Отлично. А здесь ништяков нету? Опа. Ну, с тобой я сейчас поговорю, ладно? Только секундочку. В Маджулу надо отправиться, еще левелап сделать, а то что-то 16 тысяч душ. Кто ты? Сначала я подумал, что ты и есть тот самый ублюдок. Благодаря тебе я свободен, а теперь мне надо отыскать его. Каков нахал. Он и не узнает, кто убьет его. Я Крейтон из мира. Я путешествую из страны в страну, чтобы закалить свой клинок в сватах. Я слышал, эта земля полна опасностей, и решил, что это как раз по мне. Пути я присоединился к тому, кому же путнику, как... Но он вонзил мне нож в спину. При первой же возможности он попытался убить меня. Я решил подготовить его ловушку, но сам же в нее попался. Не могу поверить, что я был такой дурак. Хвала небесам, что ты тут рядом. Будь с ним осторожнее. Пейт. Кажется, он назвался Пейтом. Я видал таких прежде. Убиваю, просто чтобы поразвлечься. Уверен, что я не последняя его жертва. Говорю тебе, лучше бы его убить. Он болтает, как по написанному. Не дай ему себя одурачить. Пейт. Человек с диковинным кольцом. Отыщи его скользкую крысу. Не верь ни единому слову. Я положу конец его перед протелком, хе-хе. Лучше жесть, жесть. Да. Вперед. А, кстати, там темно. Значит, что? Правильно. Зажечь факел. Фига у тебя дубина. Ту-ту-ту-ту. Уязвимый толстяк маг. Два удара. Этих нету. Палец самак, осколок титанита. Нормально. Такс, где есть скелеты, там есть некроманты. Да иди сюда. А теперь ты. Оу. Оу, оу. Оу, оу. Так легко? I thought you would make a better challenge. На самом деле они такие фиговые. А, вот это как раз тот проходик, который вел сюда. Нормально, нормально, вперед. Что там внизу? Внизу бездна. Не надо. Не сдавайся, скелет. То есть, надо с другой стороны пройти? Ну ладно.
Без проблем. Когда вообще у нас были проблемы с пройти с другой стороны? Так. Ух ты, какие вы. Вот значит как, да? Вот так вот ты. Все. Сейчас. 17 тысяч душ, ждите, я вернусь. Давай, быстрее. Грязь, надо наводить грязь. Не хотел хилиться, блин, так, не в ту сторону. Не хотел хилиться, хотел там... Вернее, думал сейчас от кого-нибудь агритбу случайно похилюсь, так сказать, под это... подстать. А тут оказалось, что я еще и сдохну, ко всему прочему. Мне только сейчас еще раз не сдохнуть, чтобы 17 тысяч душ не потерять. Огненная бабочка. Опять. Пофигу, размен с вами такой мизерный. Дальше. Огненная бабочка. Готов. Блин, вот об скалу ломаю меч. Там слева. Не надо. Плохая идея. Плохой. Так, иди сюда. Может, вот это пейт? Вон там валяется. Конечно, нет. Кого я обманываю? Там сломанный мостик. Печаль. Но нам дальше пока что. Вот новый поворот. Что он нам несет? Я не разберу, пока не поверну. На этот вот новый поворот. А, понял, куда это. Мне сюда не нужно. Пока что. Странно, ну ладно. Босс впереди, тогда может помочь огонь. А тут нигде поблизости костерка нету, допустим. Что? Что ты здесь делаешь? Упоротый? Давайте самоцвет жизни. И посмотрим, что за босс. Может помочь стиль мистика. Что они там говорили про огонь? Ну, давайте магии использовать. Поехали. Ты где? Ты где, мать твою? Что есть, повелитель скелетов? Вы все трое? По одному сучьей морде. Обязательно тебя добью, а потом возьму за твоих друзей. А где друзья? Так, это минус. Еще один остался где-то. Что за легион? Ой, только не эти. Да уж. Что-то у вас нездоровое количество. Надо бы хоть с одним, что ли, справиться. Похилиться только бы успеть. Нет, ну ладно. Босс фигня же.
Только вот эти скелеты меня немножко расстраивают. Их много, они злые. Босс не сильный. А, сейчас мы его запинаем. Только бы добежать до туда. Как это лучше сделать? Правильно. Через бандитов. Почему? Потому что я хочу через бандитов. Надо было, блин, левелапнуться, а не жадничать. Ну ладно, теперь у меня будет больше душ на левелап, если только я не просу там души по пути еще. Вот как, допустим, сейчас чуть не свалился. Своего же стлю. Босс, король скелетов, там три их, вас три, вот кому вы врете? Вы же не король. Нет. Фигня. Эти фиглеры, позеры. Фу, чуть не упал. Эстус? Я помню там. Ага. Ладно. Эстус? Я вот подумываю, а не использовать ли мне эфиджи? Ну, так, чтобы хп хоть побольше было чуть-чуть. Или все-таки подзабить и пойти его так забить, в принципе. Не настолько сложный, чтобы с максимальными хп там бежать к нему. А у меня есть проблема, когда вот эти появляются, скелетики маленькие, на колесиках, которые катаются. Давайте еще раз усилим. Так, ну по старой технике, одного выманиваем сразу. Блин, я сбил бонус. Фига я херню сотворил. Так, я вот здесь постою мало секунду. Так, где? Где главный? Вот ты. Да! Секунду. Уважаемые. Нет. Плохие колеса, плохие. Я уже сожалею о содеянном, чтобы я не сделал плохого в своей жизни. Еще. Так, минус пара колес. Больше скелетов, давайте, больше скелетов. Больше бесполезного мяса. А! Нет и нет. Ну и последний. Или не последний. После тебя еще орда проспавнится, да? Бульк-бульк-бульк. Кто? Где? Рядом со мной, вижу. И еще один. Да поменяй же уже оружие. Горе ты мое луковое. Фига, рапирщики.
Изи. Душа повелителя скелетов. Спасибо. Вот этот трон разрушен. Он мне нравится. И второй трон тоже. Ну и третий, наверное. А где третий? А третий уже разрушен. Спасибо. Так, что тут? Прикоснуться к Петрукову? Не хочу. Ну, уверенность. Да легко, спокойно. Человеческая фигурка. Мы, кстати, даже и не юзнули эфиджи. Чё тут? Слава, победа. Ага. Куда это мне? Куда это мне? Костерчик? А где костерчик? Эл. Уважаемые, а где костер? Ну ладно. Прочитай сообщение. Тайная тропа впереди, так что поможет прыжок. А знаете, секундочку. Там должен быть впереди костер, по-любому. Слава, лжец. Восславь солнце? А чё это должен восславлять солнце? Куда это я? Куда это мы? Спуститься. Прыжочек. Ладно. Долина жатвы. Девушка! Красавица! Нет, не очень. Мадемуазель, а у вас такое декольте? А вы путешественник? I'm Cloanne. Меня зовут Хлоэн. A Norstone trader. Я торгую рудой. I travel about, я странствую по округе, собираю редкие камни, а потом продаю этим. Продаю, этим и живу. А потом я вдруг очутилась здесь, сама не знаю как. Наверное, как-то сама забрела. Но теперь, раз уж меня сюда занесло, я ищу округи редкие камешки. Я не смотрю на меня так. Многие камни очень полезны. Некоторые из них, например, используют кузнецы. Смотрю, уши у тебя навострились, хих. Если есть чем платить, могу приложить кое-какие излишки, и торговка, в конце концов. Купить предмет. Все берем. Я пришла сюда в поисках редких камней, но мне описывали это не совсем по-другому. Кругом этот яд. Далеко не заберешься. Будь осторожен, когда туда придешь. Эти камни могут показаться одинаковыми, но для искушенного взора каждый из них уникален. Некоторые из них используются при ковке оружия и брони, другие дают владельцу особые преимущества. Некоторые из них невероятно редки, их следует использовать очень бережно. Различия заметить очень сложно, но я в этом деле очень поднаторела. Дранглик. Как же я здесь оказалась? Смешно, я совсем ничего об этом не помню. Я уже обшарила здесь каждый уголок. Думаю, пора двигаться дальше. Быть может, если мы еще встретимся. Если мы проживем так долго. Ну ладно. Ой, mind your manners. Может помочь прыжок? Сомневаюсь. Прыжок, по-моему, только хуже сделает. Мы же окунемся прям с головой в яд. Спокойно вообще пробежал просто. Девушка ушла. Ну ладно. Может помочь дальний бой внизу. Ну-ка, а ты кто такой? А вы заметили, кстати, испарение, походу? Или это что меня так колбасит? Эл. Может, погонщика попытаться убить сначала? Если бы я еще попадал в него. А, в принципе, все одно и то же. А, погонщик упал. Ха, не, они вдвоем. Понял. Бывает.
скелетик. Слушай внимательно. Уж не про этот ли случай мне нужно... Нет? Ну ладно. Ух, там яда, блин. Ага. Может помочь дальний бой. Самоцвет жизни. Ну-ка, у меня была же штучка, которая повышает сопротивление к яду. Нормально. Поехали. Ништяки! Оп, наверх. Ништяки! Хоп. Вперед. Так, 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 я слышу тебя. Еще ништяк? О, торговец! Ты опять. Йоги. Грубый камень. Поговорить. Гавлан не надует. Гавлан торгует. Гавлану нужны души, много-много душ. Что тебе угодно? С Гавланом все будет. Торгуем, ха-ха. Понятно. А, еще раз. Фу. Продать. Продаем. 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 Это мне не нравится. Это у меня уже есть. Не нравится. Вот это я оставлю. Я не маг. Моргенштерн мне зачем? Молот мастера. Ну, оставлю так. Дубину я все равно таким не пользуюсь. Копье Хейда оставлю. Бердыш тьма. Пироманская перчатка. Это херня. Лук звонаря. И этот щит, и этот щит. Бердыш тьма. Ну, я подумаю. Хотя, с другой стороны, я не хочу ничего из этого. Оставлю, наверное, молот мастера тоже продам. Чё он мне сдался? Ох, боже мой. Нагетил! Ну-ка, кстати, может, у меня что-нибудь новое есть? Покрасивше. Львиный легион. Ох, какая тяжелая маска, оказывается. Нет, ну такое мне точно не нужно. Куртка странника. Ну, в общем, Гавлан, забирай. Рваные тканый капюшон туда же, львиный воин. Это же странник, да? Краги странника оставлю. Куртку странника. Он уже королевского мечника. Старый шлем рыцаря. Ну... Пока что все. Пламя пироманта.
Да ладно, черт с тобой. А, один стоп, у тебя что-то можно купить хорошее. Колечко. Давай купим у тебя штучек 5. Да, лучше 3. Больше мне не нужно. В принципе. Чуть не упал. А в принципе, туда можно сходить, кстати говоря. Только сначала... Это. Во-вторых, потом на пояс нужно поставить мох. Побежали. Хоп. Видающая душа. Хоп. Пофигу на отравление пока что. Можно осколок титанита? Ой, блин, осколок титанита. Лайфгем. И живем. Все, все собрал, что хотел. Фукел. Пригодится. Так, еще раз сюда. Чуть спадет и вниз. Отлично, поехали. Сундук. Огненное семя, небесное благословение. Наверх. Отравление. Ну и ладно. Самоцвет. Мне все равно пока через яд идти. А, черт! Ящик там даже какой-то. Насколько сильный? Ну, давайте Эстусом. Побалуемся Эстусом. А, этот опять. А, да, действительно сильный. Такой сильный, что ж прям... О-о-о-о-о-о-о! Все, ты огребаешь. А, нет, вас там двое. Ладно, я передумал. Не надо меня опуляться своим говном. Ой. Легче юнитов я не видел. Хотя ладно, кого я обманываю. О, прям между руки и в кого-то убил еще при этом. А, стоп, что у меня за кольцо там? А, которое слышит мертвых. Ну ладно. Вообще не знаю, куда я иду, честно. Давайте сначала эту. Так сказать, по нарастанию. Вверх. Душа, да? По-любому. Урна порчи. Что это? Вас воды дыт. Без кольца кошки вообще, конечно, огребаю сильно. Открывайся. Махнуть поджигай. Может помочь справа? Может быть, лучше было сказать сверху? О! Кострёк! Давайте отдохнем, малость. А может быть, Маджуло? Пару раз левелапнемся? Шляпа черной ведьмы. Эту шляпу носила ведьма Зулли. Зулли! Чё ты, у тебя для ведьмы какое-то имя, милая? Новый уровень выносливости.
может быть, нет? Oh. Приятно видеть тебя здесь. Если что понадобится, скажи мне. Договорились? These stones may look all... Так, мы это уже слышали. Of... No interest. Suit yourself. I need... Don't waste my time. Попозже, ладно, я зайду. У нас тут больше, вроде бы я пару человек там освобождал, они как-то должны были сюда приехать, нет? Кошак. Oh, you do have a time. Поговорите. This place is already dead. Это место уже мертво. Everything will crumble. Все разрушится и зачахнет, только так родится что-то новое. Разве не чудесно? Очаровательное место. У нас только самые необычные посетители. Такие как ты, например. Этого достаточно, чтобы и кошку позабавить. Ты хочешь увидеть древних? Эта четверка родилась и выросла в незапамятные времена. Должно быть, сейчас они же росли слоями мха. Я умоляю, сейчас никто даже их имен не вспомнит. Подумать только. Да, нет. Не то, что ты. У тебя самый чарующий аромат. И он становится лучше с каждым днем. Тебе удалось подружиться с человеком на берегу моря? Он потерял все, абсолютно все. Единственное, в чем он все еще хорош, это информация о ковенанте. Ковенанты — это, ну, скажем так, контракт. Ты отдаешь что-то, чтобы получить что-то взамен. Вы, люди, любите так сделки, не так ли? Может, это то, что тебе нужно? Но откуда кошке знать? Ты видел странную скалу позади? Помнится, давным-давно ее звали Камнем Победителя. Если хочешь проблем, поговори со скалой. Хотя, ты, конечно, не хочешь. Так, ну это я уже слышал. Ковенанты. Вы не в Ковенанте. Купить предмет. Тут-тут. Satisfied? I'll be... Интересно просто действительно, что это дает. Заперто. Все заперто да заперто. Заперто да заперто. Не, все ништяки собрал. Но я подумал о том, что может быть я что-то да и пропустил. Кстати, секундочку. Молодой человек. Щиточек. Может побольше щиточек взять? Доспех сокольника. А чё бы не попробовать, да? Ну, попозже, ладно? Попозже. Так, пока что у нас два левелапа, по идее. Кстати, давайте все-таки я хотел давно в Ковенант вступить, в этот Синих Рыцарей, или как он там называется, потому что можно тогда драться на аренах. Oh, а, вот это here. И я благодарна тебе за то, что ты смог... что смогла попасть в Маджул. Теперь ты воровка. Ты такое доброе сердце, что тебе даже не жаль одежды. Спасибо большое. Все, что я могу предложить тебе, мои познания в пиромантии. Ну, приходи, если тебе поможет. Купить предмет. Ничего нового у тебя нет. Be safe. Береги себя. Сколько смертей уже? 28 820 938 945. Так, выучить жест. Приветствуем. Вступить в Ковенант. Лазурного пути. Вот, да. Синий перстень. Выступили в Ковенант. Куда ты спешишь? Да. Do you feel? Тебе здесь одиноко? It suits me just. It will. Так, поговорить. You have died many time. Кольцо станет защитой. Спасибо. On your travels. Что-то какую-то милоту дал. Воспользуемся ее потом. Сначала, правда. Сначала, правда. Ах, нужно еще что-то схавать, чтобы левелап сделать. Два, вернее. Я не хочу дальше идти без левелапа.
50. Ну и вот эту тогда заодно. 400, нормально. Вот теперь она готова сделать левел ап. Нет! Серьезно? Нужно еще больше душ. Давай две. И еще одну эту. Ой, я там какую-то душу не положил в этот, в костерок. Новый уровень. Сто 22, выносливость, что-то как-то не очень. Адаптация. Ну, что? Интеллект. Адаптация. Здоровье. Сила. А давайте. Не знаю, что апать, честно. Давайте до 30 стойкость. Попробуем. Но это долго, конечно, очень долго. Но попробуем. Ящик с предметами. Давайте туда положим вот эту душу. Чья это? Душа повелителя скелетов. Не знаю, блин, там все эти шмотки, они такие, наверное, количные будут. Шахты. Шахты, да? Долина жатвы. Знаете, давайте, наверное, на этом завершим эту серию. И продолжим прям в следующий. С вами был Hard FM. Всем доброго времени суток.